в Йошкар-Оле стартовал социальный проект «От сердца к сердцу». Проект направлен на оказание консультативной правовой помощи пожилым и инвалидам, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, добровольцам. В рамках проекта планируется оказывать юридическую, социально-психологическую помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, информировать об альтернативных способах решения юридических вопросов. Консультативный кабинет правовой помощи будет работать по 31 мая по вторникам с 16:00 до 18:00 в здании Православного центра города Йошкар-Олы. Узнать подробнее и записаться на консультацию можно по телефону 8-902-465-10-10 или в группе ВКонтакте. Адрес: Йошкар-Ола, улица Вознесенская, дом 81, кабинет 117.